Гридфолл — это фэнтезийный мир, в котором два крупных государства, Телема и Мостовой Альянс, издавна противостоят друг другу, а еще одно, торговое содружество, сохраняет нейтралитет и является посредником между ними. 15 лет назад мореплаватели Нафты открыли остров Тирфради, богатый природными ресурсами, экзотической флорой и фауной. Все государства ринулись исследовать его, основывать свои колонии и вести борьбу за влияние на коренных жителей острова, которые имеют особые отношения с природой и ее магическими существами. Тем временем на континенте разразилась эпидемия чумы под названием Маликор. Государства поставлены на грань вымирания. Островитяне же, как выяснилось, обладают иммунитетом к болезни, поэтому появилась уверенность, что именно на острове можно отыскать лекарства. Представители всех стран устремились на поиски. Вот только методы, которые они при этом используют, не нравятся коренным жителям острова. Телема, государство религиозных фанатиков, желает искоренить веру островитян, навязать им свою религию и заставить их выдать все секреты. Мостовой альянс, ратующий за научный прогресс, имеет в своих рядах врачей-исследователей, нарушающих любые моральные принципы. Торговое содружество даже в такое время ставит основной задачей извлечение прибыли. Главный герой Десарде, племянник князя Арсея, одного из правителей торгового содружества, очень необычный человек. На его лице есть странная отметина. Никто из жителей материка не имеет таких, зато они встречаются среди островитян, обозначая их особую связь с силами природы. Возможно, именно это поможет ему в его дипломатической миссии. Он назначен эмиссаром и отправляется на остров в свите своего кузена Константина, который должен стать новым губернатором колонии торгового содружества. Там ему придется заслужить уважение и дружбу представителей всех других государств и фракций. Курт – опытный воин, наставник и телохранитель Десарде и его кузена. Васка – мореплаватель, Нафт, дарованный морю, капитан корабля, превосходный фехтовальщик. Сиора – островитянка, она обладает способностями использовать силы природы. Петрус – бывший посол Телемы, владеет магией и знает множество способов добиться желаемого без применения силы. Альфра – известный натуралист-исследователь Мостового Альянса, отлично владеет огнестрельным оружием. От действий и выбора Десарде будет зависеть очень многое, ведь ему предстоит заниматься урегулированием конфликтов, возникающих на острове, а также руководить поисками лекарства.